Ну что, всех приветствую на канале. Смотрите, сразу сходу такой вот лайк от вас прилетает, потому что я потерял минус 219 очков. Вы когда-нибудь такое видели? Вот на меня напали вообще все. Да. Вот можем посмотреть, вот на меня напал какой-то вот такой тип. В общем, потерял я прямо кучу очков. Давайте прямо ему сразу сейчас и напихаем, вот этому монокрасному. Че он тут на нас наехал? Сегодня, правда, не об этом будет видео. Но, если хотите, сделаю рубрику чисто ответок на все команды, которые на меня нападали. То есть буду без разбора брать. Ну и сразу будем его любого типа валить. Так, ну что, это разминка на самом деле перед основным этапом видео. Основной этап видео у нас будет посвящен, конечно же, всеми любимому и ожидаемому турниру. Вот, поэтому устраивайтесь поудобнее. Всем приятного аппетита, кто скушает что-нибудь или не скушает. В общем, погнали. Блин, да что такое? Че он возрождается-то? Пошел он в баню, ну-ка. Есть. А то я уж думал, забаговался. Клык бывает в своем репертуаре. Ну, во-первых, начнем с того, что мы проиграли войну. Ту войну, собственно, которую вы должны были уже посмотреть. Там, где я вообще, ну, нереально было что-то сделать. Кстати, ну-ка, проигрыш в войне. Это у нас в связи с тем, что... Ясно. Вопросов нет. Призывы. Призыв Дюн. У меня есть призыв. Давайте так. Вот кто досмотрит до конца, конечно, может, перемотают там, не знаю. Ну вот, в общем, вам бонусом будет призыв Дюн. У меня есть чувство внутри, что нам кто-то выпадет. Ну, допустим, вот такой Бенум. Почему такое чувство? Потому что очень давно нам никто не выпадал. Очень. Может, даже ГМа сегодня слоем. Хотя ГМ полная фигня. Скажу вам честно. Но только на быстрой мане будет тащить, потому что он синий и по всем бьет. Чаще всего красные на турнирах выставляются. Ну, когда у нас есть турнир без зеленых, да, с быстрой маной, там все ставят красных. Так, здесь у нас коленвала идет. Ничего нового. Ну и поехали. Топ-50. Оборона Е. Сразу же здесь Птолемей по центру. Кого здесь бы взять? Ну, видим, здесь есть Килайл. В принципе, это такая тайная темная лошадка. И есть Птолемей, который, в принципе, будет нехило так отхиливать всех. Общая сумма команды, извините, подвиньтесь. У меня пятерки столько в моно не набирают, сколько у него здесь 4400. Давайте сообразим вообще, что к чему. Ну и возможно ли будет все-таки эту команду победить. Потому что шансов очень мало. Скажу вам честно. Вот признаюсь. Можно пойти таким составом, как здесь у меня стоит. Снести Птолемея, потом забрать Килайл, допустим. Ну и попробовать вот этого типа. Но я больше чем уверен, что сейчас не дадут камень. Вот просто смотрите. Синий-красный. Ну, такое себе. Такое себе. Можно рискнуть, попробовать вот так сделать. В принципе, риск оправдан. Теперь Птолемея забираем. Заберем. Ну. Что же ты будешь делать? О, еще и не хватает. Еще и не хватает маны.
Да что же вы будете делать? Так, ну что, грима попробуем забрать. Сопротивление сыграло роль свою. Прикольненько. Прикольненько. Ладно, давай в Килайл. Понятно, она бьет. Ой, блин, как прилетели синие. Фигово. Ладно, рискуем. Есть. Кирилл Хиль. Так, ну я думаю, что... Блин, прикиньте. Вот это да. Вот это попадос. Не, ну мы, конечно, должны здесь затянуть. Но там хилы стоят. Плюс этот быстрый довольно-таки. Давай попробуем. Затолкать его, так сказать. Блин, а чё он все уклоняется-то, капец. Так, ну давай аккуратно. Раз, пробиваем Клях. Или как его зовут? Килян, во. А его Килях зову. И заряжаемся еще раз. Ну давай. Да ладно, ну блин. Прикол какой-то. Сколько у него? 20% шанс. То есть они так бесконечно меня будут сносить. Ладно, я сейчас все-таки попробую зарубить. Не верю я, что сейчас вот тупо мы всадим. Ну хотя такое бывает в пазлах, что ты можешь остаться. Ну это просто гениально будет, если мы сейчас всадимся. Одному ребенку. Ладно, давайте. Сейчас попробуем ему напихать. Напихаем ему. Я не знаю, что в итоге сейчас будет. Сколько мы потратим времени. Да нет, времени мы недолго потратили. И немного. Дальше. О-о-о! Это жесть. О, это если этот тип активируется, это все. Так, ну что, сюда сине-желтыми, что ли, сходить? Я даже не знаю. Хотя вот этого надо забирать, значит, зеленые нужны. С другой стороны, желтые. Здесь будем. Давайте так сделаем. Я не знаю, что тут получится из такого. Хотя, если Соня, она же снимает нехило так, да? Ну, блин, а вот этого типа как забирать? Капец, какой сильный. Сильный, в принципе, урон-то слабоват будет. Блин. Ну, этого точно надо забирать. Иначе мы об контратаку разобьемся. Ладно, в принципе, сильная команда. 3900. Есть камень. Давай вот так сделаем. Раз. Сейчас здесь надо аккуратно, тонко сыграть. Давай вот так разорвем цепь. Есть. Лишние пролетели. Так, сейчас мартышка должна зарядиться. Есть контакт. Взрываем желтый под целями. Кабан дает еще 50%. 2000, капец. Ну-ка. О. А если еще подкрутим 2500. Все, сносись. Мимо, блин. Ё-моё.
Ладно, рискую, взрываем поляну. И ничего не сложилось, смотрите. Ну тут, смотри, какая силища, просто урон какой-то сумасшедший, 2600. Давай вот так. Кабан там ультанул просто дико. Вот это дикость, блин, полная. Давай еще кабана активируем, прикольно. Слушайте, урон просто какой-то сумасшедший. Сколько бьет тритон? Мимо. Ну, ладно. А че они все слепые, да? Ё-моё, блин. Мы сейчас вот эту шляпу-то будем долго колотить. А ну-ка, активируемся. Я что-то в шоке. Соня, давай. 2800, 600, ни хрена себе. И мимо, блин. Не, ну слушайте, прикольно, конечно, сегодня идет. Много у меня кто на усилении стоит. Давай еще раз. Да, 2800 плюс 900, там 3200 атака. Атака. Не, 2800, 3700 атака, вот это да. Опять этот тип по центру, да что такое? Здесь смысла Гулина Бурст я не вижу брать. Здесь смысл есть взять все-таки зеленых. Но... Может, красных взять? Или фиолетовых? Давай подсрез. Ну-ка. Если вот так взять. С Тибуртусом 2. Срез брони, красно-ка. Там, правда, этот стоит. О, блин, жир. Жир по камням прям вообще. Прям нравится. И синий, отлично. Подъехали. Вот так, бом. И вот так, закинем боком. Так, синие. Пока они стоят замершие, надо подумать, где синие подъедут. Давай вот так. Так, усиливаем. Хорошо бы тритон бы сейчас бы пробил. Есть. Ну все, живем. Живем. Правда, камней нету вообще. Ладно, будем сейчас скидывать вот эту часть. Может, фиолетовые придут. Синие, в принципе, уже готовы. Ладно, там Тибуртус сейчас будет бить. В принципе, я думаю, что проживем, не страшно. Пробиваем четверку камней, раз. Усиливаемся. Ну-ка, давай. Раз. Ну и Тибуртус сейчас просто отлетает. Напрочь. Давайте, ребят. Сколько надо? Еще. 666. Топ-25, однако. Блин, вот этот Ферран по центру стоит. Да он что, у каждого, что ли? Ну вот это бревно нас сейчас точно покарает. Блин, желтых не хочу брать. Медведица фигня. Блин, вот это бревно желтое надо. То есть надо желтое все-таки. По идее, сейчас на таком сопернике ничего не должен дать. Смотрим. Ну, либо какая-нибудь сейчас фигня случится. Так, давайте внимательно изучать поле. Ну-ка, сдвинем так. Теперь вот так. Допустим, вот так. Мы Ферранта почти не зарядили. Там медведица, в принципе, готова. Так, 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 тормози, тормози, тормози. Блин. Соня. Давай в барашка ударь. Снимем все.
Так, ну, по идее, вот это бревно надо валить. Ну, на опыте, я так вам скажу. Здесь аккуратно надо. Синий подъехали. Фуф. Да, рисково. Играем чисто через один камень. Феррант опять сейчас. Блин, а это что такое? Это хил был, да? Там Соня бьет. Опец. Только не заряжайте, блин. Смотрите, как туго трешки меня разносит. Блин, капец. И медведица, о, блин, сейчас бревно будет заряжать. Капец, капец, Вич. Все, пипец. Реально, я вам говорю. Видите, я же вам говорил, что это будет жесть полная. То есть тут мы даже очень аккуратно ставим. Все равно какая жесть, вы видите. В контратаку летит. Маны не дают. Подожди, а что с Феррантом? Я что-то не понимаю. Он дает контратаку? Давай хотя бы его снесем. Блин, жесть. О, по нулям. Первый проигрыш, ладно. Двигаемся дальше. Не переживаем. Блин, Ригард, на 4400, с ума сойти. Команда. Зелень не хочу брать. Поехали так же. В принципе, нормально, меня устраивает команда. Устраивает. Синие. Еще желтые. И еще. О, блин. Хил включает. Ну-ка. Кого ударит? Блин, Соня. Пробуем сейчас пробить. Давай-ка. На раз, два. Врубаем. Полетело. Ну, фиг его знает, на самом деле, что сейчас тут будет раздаваться. По кому? Ну, по троим бьет. Он там еще снятие какое-то идет. Я что-то не понял. То есть он идет раз, два. Ну-ка, давай сбоку здесь попробуем поднять. А здесь в пустоту. Так, желтых принципиально нет, да? Так, ну главное, чтобы не в этого. Кабан, ладно. Ой, блин, кабан дал к мане нормальную прибавку. Сейчас попробуем. В принципе, еще и тянем. Кирилла. А ладно, сейчас синие вот так подъедут. По кому дает? По Кириллу. Они сразу вдвоем выпад. Ну, то есть там подснятие идет. Колоссальное на самом деле. Ну-ка. Деда, один камень. Ну, капец, конечно. Мартышка. Ну, а что она может здесь сделать? В принципе, здесь дед нас завалил. Даже если сейчас прилетит какой-то комбо. Ну, видишь, как посыпались, да? Вот так вот. Достаточно одного проигрыша, и все. Ну, на этом... Все.
Всем удачи и пока-пока.